Всем привет! Сегодня очередная куча посылочек. Вот такая вот. Все они с GearBest. Сейчас мы их распакуем, посмотрим. И на отдельные товары я сделаю отдельные обзоры. Давайте распакуем. Начнем с пауэрбанка. Взял я, помните, вот такой, это для первой версии чехольчик. Я его натянул на вторую версию пауэрбанка. И вот сейчас заказал вторую версию, то есть чехол для второй версии пауэрбанка. Давайте мы его сразу и нацепим. Вот так вот, отлично. Далее у нас несколько свистков купил. Один нужен родственникам, один взял на запас. Свисток я уже брал. Работает он отлично. Поэтому взял еще парочку. Несколько браслетов Mi Band. Эти вот должны светиться в ночи. Ну, они действительно светятся немного. Если их там подержать на солнышке, они зарядятся и будут ночью светиться. Давайте посмотрим их поближе. Вот такой вот бирюзовый. Здесь более приятный на ощупь, похож на оригинал Mi Band. Есть небольшие косички по пластику. Так, откладываем бенды. Далее давайте возьмем ручки. Ручки здесь, я так понимаю, разные. Одна мультиручка, то есть с несколькими применениями. И вторая с исчезающими чернилами. Какая из них какая? Ну, вот это, скорее всего, мультиту. Она сделана из пластика. Здесь вот у нас есть уровень. Так, что еще тут у нас? Мягкая кнопка. Здесь у нас отвертка двухсторонняя. Не знаю, как, насколько практична отвертка будет, но пластик, ну, здесь пластик, не металл. И если что-то жесткое крутить, я думаю, она сломается. Ну, посмотрим. Далее. Что у нас тут? Ну, это просто крепление, ну и линеечка получается. Все. Давайте попишем. Черная паста пишет хорошо, мягенько.
Так, и вторая ручка у нас должна быть с исчезающими чернилами. И она еще идет с фонариком. Подсвечивать денежку можно. Вот, не знаю, передаст камера или нет, но вот здесь вот полосочки светятся. Прикольная ручечка такая, сделана тоже из пластика. И в ней должно быть исчезающее чернило. Давайте попробую разобрать устройство, как здесь достать батарейку, или она несменная. Там в глубине видно батарейки, но как их достать, непонятно. Ну да ладно. Вот, открыли. Давайте посмотрим, напишем, что это. А, на ней здесь еще закрыто пластиком. Исчезающие чернила, и которые не видны изначально. Попробуем расписать. А, они наоборот не исчезающие, а невидимые чернила. То есть ты написал что-то, и потом в свете этой штуки, не знаю, видно на камеру, не видно, в свете этой лампочки, оно видно, что ты тут написал. Я думал расписать. А, ну, давайте, допустим, не получилось у меня на камеру, чтобы было видно, да, то есть, поэтому я выставлю две фотографии, где будет видно, что надпись видна отчетливо при подсветке этим фонариком. То есть вы что-либо пишете, и потом можете прочитать, только подсветив этим фонаричком. Ну, интересная штучка. Дальше. Ручки отложим. Давайте, что это у нас? Это у нас пробка для масла, для бутылки с маслом. Вот так это выглядит. Такая резиновая пробка, она одевается на бутылку с маслом. Наливаете масло и потом закрыли вот так. Но что-то она не хочет закрываться. В общем, не нужна никому безделушка. Дальше. Сумка. Я уже ее обозревал. Отличная сумка. Она мне очень понравилась. Поэтому, когда была акция, я повторно ее себе заказал. Очень прикольная. Я ей пользуюсь практически ежедневно. За посылками на почту хожу. Вот, отличная сумка, выдерживает очень много, картошку в ней тягал, взял, попользовался, скрутил, положил в карман. Супер вообще. Дальше, что тут у нас осталось? Орика хаб, USB хаб. Вот он выглядит такой маленький. Про него я сделаю более детальное видео. Такой вот небольшой у него кабелечек. Вот, и сам он выглядит вот так. Компания Орика такой маленький. Мне казалось, он будет немного больше. Вот четырехпортовый. Я постараюсь, красиво все сделано, качественно. USB 3.0 получается, micro USB. Я отдельное видео про него сниму, как его подключу, и попробую его немного потестировать.
попользуюсь им и уже расскажу свои впечатления, как он работает. У меня уже более, ну, такой старый, еще с микро, не с микро, а с мини-USB, старый-старый. Ну вот, и иногда зацепаю его, и он отключается. А у меня в него включен в хаб, включен свисток вот такой вот, винчестер дополнительный. И они, естественно, отключаются из системы, ну и пропадает интернет и все. Поэтому я купил новый себе хаб. Думаю, что он будет отличный. Ну, посмотрим, дополнительное видео сниму еще. Далее. Вот эта вот посылка не с GearBest, по-моему, а с Rose Gal или с Gear, не знаю точно, будет в описании ссылка, ну, уже более точная, где это я покупал. Вот, это какая-то, какой-то для фокуса. Ну, давайте ее отложим и сейчас посмотрим на вот эти штуки. Вот это вот подставка под стиральную машину. Когда у меня линолеум, стиральная машинка стоит на линолеуме, и когда она долго стоит, она проседает в линолеуме, и, соответственно, где-то искривляется, и нужно ее постоянно выставлять, чтобы она не шумела. Вот эти резинки должны спасти от прогибания линолеума, то есть и можно будет выставить один раз. Толщина у них, не знаю сколько тут, наверное, 0,7 мм. Вот, 4 штучки, 4 ножки. Мягенькие. Вот, ну, должны... Я купил 2 комплекта, пришел только один. Я думаю, когда я это сделаю, сделаю дополнительное видео или фотки выложу где-нибудь, как я это сделаю и как оно будет. Взял попробовать. Смысл в чем? На такую очень тонкую-тонкую ниточку, короче, жвачки. Ну, блин, я не знаю, что это за пластилин такой, но очень похожий на жвачку был в пакете приклеен. И продевается вот эту штучку. А здесь остался от второго теста моего, вот он. Весь кусочек. Ну, жвачка очень липкая такая. Вот. Продеваете сквозь эту дырочку и... ниточку саму за шею или за голову, и все. И колдуем. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь, не забывайте про нашу группу в Телеграме, где у нас публикуются ежедневно крупные скидки, купоны, акции. Всем пока, удачных покупок и до новых встреч!